Марат Карипов из села Муловка совершил страшное и жестокое преступление. Во время семейной ссоры мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей супруге не менее 5 ударов в голову, а затем вывел ее во двор и продолжил избивать. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, вследствие чего скончалась. Однако подсудимый пытался доказать свою версию смерти супруги, утверждая, что она умерла от падения с высоты собственного роста. В ходе судебного заседания Кариповым была занята активная противоборствующая позиция. Государственному обвинению. Он пояснил, что нанес лишь 2 пощечины погибшей. Тех повреждений, от которых она скончалась, он ей не причинял. А пояснил, что, возможно, она их получила при падении с высоты собственного роста, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. На основании показаний свидетелей, в том числе и соседей, которые частично видели конфликт, а также заключение судмедэкспертизы, сторона обвинения опровергла версию подсудимого. Приговором Меликесского районного суда Карипов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с решением суда, житель Муловки подал апелляционную жалобу в Ульяновск. Областной суд. Дело рассмотрели повторно, но доводы Карипова в суде признали несостоятельными, поэтому приговор остался без изменений. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.